15 лет – серьезный этап в жизни человека. Время многочисленных событий. Но самое главное – вера в собственные силы. Приходить на помощь тем, кто хочет претворять свои мечты в жизнь, осуществлять реальное дело. И это очень важно для страны, в которой мы живем. Двадцатое ноября 1997 года – дата зарождения микрофинансирования в Казахстане. Американской неправительственной организацией ICDI ВОКА был учрежден Казахстанский фонд кредитования общин. Компания «Одна из первых» формирует и развивает культуру микрокредитования в Республике Казахстан. Четкая стратегия, добрые партнерские отношения, прозрачность операций, удобные и доступные для потребителя продукты кредитования с первых дней работы компании демонстрируют убедительные результаты в данной сфере. Начался быстрый рост компании, расширяется филиальная сеть. С каждым годом работы все больше и больше казахстанцев, развивая собственный бизнес, обращаются в фонд. Я начала, как вам сказать, с булочек. Как все женщины, что умеют. Мне на помощь пришла микрокредит. Кредиты оплачивать легко тем, что оплачиваем же частично. Все-таки, когда вкладывается деньги в труд, да, он всегда оправдывает. Всегда оправдывает. Микрокредит КМФ. Я очень благодарна. Хорошо, что есть эта организация. В 2007 году Казахстанский фонд кредитования преобразован в микрокредитную организацию «КазМикрофинанс» с яркой и лаконичной аббревиатурой КМФ. Возрастает доверие к работе компании, увеличивается число активных клиентов, растет кредитный портфель. Несмотря на все сложности становления экономики страны, КМФ доказывает, что выполнять высокоэффективную, клиентоориентированную миссию возможно. Четыре года назад Бухтархан решил начать свое дело. Дело открыл в сфере полеводства, выращивая зерновую культуру «Софлор». Финансовые трудности были преодолены с помощью КМФ. Он любит свою родину, свой аул, упорно трудится и строит большие планы на будущее. От всей души он поздравляет КМФ с 15-летием и выражает благодарность за сотрудничество. К ноябрю 2012 года кредитный портфель КМФ достиг очередной рекордной отметки – 12 миллиардов тенге. Сегодня компания представлена филиалами в 14 крупных городах, 10 областях и 60 районах республики. Функционирует 59 отделений. За 15 лет работы КМФ выдано 571 153 кредита на сумму более 104 миллиардов тенге. Больше 80% кредитных средств за эти годы направлено на развитие бизнеса. Ведь главная миссия компании «КазМикрофинанс» – содействовать росту благосостояния клиентов путем предоставления доступа к качественным микрофинансовым услугам. Истории жизни людей, рискнувших открыть свое дело, и истории сотрудников КМФ связаны и крепко переплетены. Сотрудники компании, реально изменяя судьбу сограждан, изменяли и свою собственную. Важных моментов, наверное, нашей деятельности является то, что мы смотрим лицом к своему сотруднику. Каждый из них подчеркивает, что есть здесь некая культура, которая ориентирована именно на развитие личности, на развитие сотрудника. Очень важно, что эта аура, вот эти взаимоотношения, они потом передаются во взаимоотношении с клиентом. Первое, что отмечают наши клиенты, это тот персональный подход, который применяется по отношению к каждому. А у нас обслуживается почти около 70 тысяч клиентов, более 70 тысяч вот таких персональных отношений к каждому человеку, к каждому клиенту. КМФ – это большая жизненная школа. КМФ – это наша жизнь, это моя жизнь.
Я, если честно говоря, да, хочу проработать в КМФ до пенсии, выйти на пенсию. И я вообще благодарна КМФ. Я работаю в КМФ с 2003 года, работаю кредитным экспертом. До этого я работала в финансовой сфере. Что мне нравится в нашей работе, это слаженный коллектив, команда, у которой можно многому научиться. Очень большое внимание уделяется обучению наших сотрудников. Очень важно, чтобы они были компетентны. Наши сотрудники проходят очень много тренингов, как выездных, так и внутри. Постоянно проводится тестирование, аттестация наших сотрудников. Поэтому мы можем сказать, что мы работаем в очень высокопрофессиональном коллективе. Мы, наверное, одна из немногих компаний в Казахстане, да и не только в Казахстане, которые проводят, разрабатывают стратегический план, где участвует весь персонал. До этого проводятся в наших филиалах дни открытых дверей, когда любой клиент может прийти, и он об этом будет заранее извещен, может прийти и высказать свои какие-то предложения, идеи, комментарии для того, чтобы улучшить наши бизнес-процессы, улучшить наши процедуры, сделать наши продукты еще ближе к нашей целевой группе, к народу. Также мы проводим дни ярмарки идей, когда каждый сотрудник, независимо от того, в каком городе он работает или в каком населенном, в каком селе он проживает, он может также высказывать свои предложения, идеи по поводу того, чтобы постоянно улучшать нашу методологию, наши процедуры, да. Как результат инициативного труда сотрудников, в 2012 году в КМФ введена новая интерактивная программа «Азбука» – автоматизированная система бухгалтерского учета, контроля и анализа. «Азбука» сегодня позволяет быстро предоставить и оценить в любом разрезе развитие динамики управленческой отчетности и выявить проблемы бизнеса клиентов. Новая программа, разработанная внутри компании, значительно экономит время клиентов КМФ и качественно повышает уровень работы сотрудников. Люди, преданные своему делу, имеющие хороший фундамент знаний и опыта, работающие с пониманием важности своего дела, ответственные не только за себя, но и за судьбы других людей, всегда достигают успеха. Ведь самая большая ценность КМФ – это клиенты. Жизнь движется, и в начале этого движения стоит сам человек. От него самого зависит многое. Более 145 тысяч граждан нашей страны именно с КМФ поверили в собственные силы, открыли для себя новые горизонты. Главную роль в успехе КМФ в работе с клиентами играют кредитные продукты. В компании разработаны три основных направления кредитования. Микрокредиты для бизнеса, для сельского хозяйства, на потребительские цели. Особое место занимает продукт группового кредитования «Достар». Мы всегда строили работу таким образом, чтобы вся наша деятельность была ориентирована на очень-очень простого человека. На того человека, на которого, возможно, другие какие-то институты обходят или не могут в силу каких-то объективных, субъективных причин, не могут оказать ему услуги. И в этом смысле продукт «Достар», конечно, он уникален. Если мы первоначально выдавали каждому клиенту в эквиваленте по $100, то сейчас продукт «Достар», он нами как бы доработан, унифицирован, скажем так, и он пользуется очень большим спросом. Кадалбек приехал в Узунагаш из Монголии в 2003 году. Положение у семьи было непростое. Он услышал от односельчан о микрокредите и решил попробовать. Став активным заемщиком КМФ, он и его семья смогли улучшить свое благосостояние. Благополучно развивается стабильный бизнес по производству мебели. Он привлекает к работе специалистов, обеспечивая рабочие места. В будущем он планирует построить большой цех.
выражает благодарность КМФ и поздравляет с 15-летием компанию и сотрудников. Первоначальная сумма кредитования невелика, однако при позитивной кредитной истории сумма займа увеличивается. 70% клиентов и 60% всего кредитного портфеля компании сосредоточено на групповом беззалоговом кредитовании. КМФ очень ценит своих заемщиков, и поэтому предусмотрена программа лояльности, по которой наши клиенты, работая с нами более продолжительное время, получают скидку по процентным ставкам до 10%. Жанар – лояльный клиент КМФ. Свой первый кредит на развитие бизнеса она получила 4,5 года назад. Для лояльных клиентов компании предусмотрены определенные привилегии. Доверие компании к ним растет, и они ценят его. Ее бизнес в области скотоводства. Суммы займа увеличились до 1 000 000 тенге. Со времени первого займа поголовье скота значительно выросло. Она делает благополучным свой бизнес не только для себя и своей семьи, для будущего страны и народа. Жанар поздравляет всех сотрудников КМФ с 15-летием и желает реализации творческих идей и успехов в бизнесе. 8 лет назад мы начинали свой бизнес. Мы начинали его на базаре, а сегодня у нас есть магазин. Когда открывали бизнес, у нас капитала как такового не хватало, и мы пришли в КМФ. С КМФ нам очень удобно работать, потому что это очень быстро, надежно, выгодно. Компания не ставит задачу просто выдать кредит. С предоставлением самого микрокредита проводится тщательное и методичное обучение заемщиков оптимальному планированию и ведению учета бизнеса. Клиенты компании должны глубоко понимать сущность предоставляемых микрофинансовых услуг. Основная цель такой формы работы КМФ – устойчивое и уверенное развитие малого бизнеса граждан страны. Помочь понять им перспективы роста. Такая работа рождает высокое доверие, которым КМФ может по праву гордиться. Мы очень рады работать с КМФ непосредственно, потому что это очень прозрачная компания. То есть мы всегда можем получить любые информации. То есть никаких данных не скрываются. Вот это очень, мы можем посетить отделение, когда мы посещаем раз в году, мы посещаем компанию, мы можем любое отделение посмотреть, с любым человеком говорить, все люди открыты, приветливы и как бы отвечают детально на все эти вопросы. Социальная ориентированность компании отличает КМФ от многих, и в этом большая ответственность перед обществом. Одним из важнейших мероприятий, проводимых КМФ, является конференция для женщин-предпринимателей Южно-Казахстанской области. Конференция проводится совместно с Ассоциацией деловых женщин Казахстана, Комиссией по делам женщин и семейно-демографической политики при Акиме Южно-Казахстанской области и областной территориальной торгово-промышленной палатой. Главная цель конференции – поднять деловую активность женщин, укреплять роль женщины в обществе. Конференция дает возможность общения и обмена опытом, налаживания деловых связей, обрести практические знания в ведении бизнеса, сохраняя при этом семейные ценности. История праздника Дня языков народа Казахстана, празднуемого в городе Тараз, началась с простого факта. Представители 47 национальностей кредитуются в КМФ. У каждой национальности своя культура, традиции и обычаи. В дань уважения народу Казахстана в КМФ возникла идея проведения ежегодного красочного праздника, в основе которого языковая культура. Творческими силами сотрудников КМФ демонстрируется вся духовная глубина и красота традиций, обычаев и языков народа Казахстана. Развитие детского спорта – одно из приоритетных направлений в социальных программах КМФ. На протяжении многих лет компания поддерживает детский футбол, соревнования по женскому спорту. Вот уже несколько лет КМФ является и главным спонсором республиканского турнира по вольной борьбе. Турнир каждый год проходит в поселке Сарыөзек Алматинской области. В спортивных состязаниях подрастающего поколения заложена одна мудрая основа – формировать характер молодого человека, умеющего серьезно подойти к собственной судьбе
и быть ответственным за других людей. 15 лет для клиентов и сотрудников КМФ – важная дата. Знак созидания, успеха, открытие новых возможностей, наполненное трудом и раскрытием собственного потенциала. И впереди время, в котором утро каждого нового дня озаряется амбициозными планами, с сильным желанием изменить жизнь многих людей к лучшему. Новые горизонты достижений сотрудники и клиенты микрокредитной организации КАЗ Микрофинанс будут достигать вместе, создавая собственное крепкое будущее и будущее родной страны.